Не только юным зрителям будет на что посмотреть в наступающие выходные. В нашей еженедельной рубрике «Афиша» мы собрали информацию для тех, кто любит не только смотреть, но и действовать. Для тех, кто может показать Красноярск на карте. И тех, кто готов показать красноярцам челнинский хоккей. Подробнее об этом и не только. Смотрите далее. Когда фотография – единственный откровенный разговор между сыном и матерью. Постановку на непростую тему представит в эту субботу молодежный театр «Ключ». «Запретный танец» – это музыкально-танцевальный спектакль молодого челнинского режиссера Александра Маркина. Увидеть его можно в субботу в здании молодежного центра «Нур». Надежда на лучшее станет причиной для встречи единомышленников и в роднике. В Доме дружбы народов представят одноименный спектакль на немецком языке с русским переводом. Перед началом показа для знакомства с культурой Германии гостям обещают подготовить мастер-классы и интерактивные площадки. Знание иностранных языков не понадобится в этот вечер зрителям органного зала. В праздничном настроении отметят 25-летие Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан под управлением народного артиста России Анатолия Шутикова. В программе как классические произведения, так и эстрадная музыка. Помнят ли челнинцы, как широка страна родная, покажет всероссийский географический диктант. В этом году ежегодная акция проходит по принципу викторины. Написать диктант можно в полдень в 19 школах города. В тот же день в Ледовом дворце челнинские хоккеисты встретятся с командой «Красноярские рыси» из Красноярска. Вторая игра пройдет в понедельник, 12 ноября в 18:30.